всем держателям криптовалют и энтузиастам по инвестированию в криптовалюты большой чудесный замечательный привет. Сегодня хочу рассмотреть такую крипту, как Faroland. Она по рейтингу капитализация находится на 597 месте по версии CoinMarketCap, да, соответственно. И почему я думаю, что эта крипта рано или поздно в ближайшее время должна выстрелить? Все просто, потому что 20 числа, если верить их твиттеру, будет запуск этой игры. О самом твиттере немножко скажу. Тут 128 тысяч читателей. В принципе, постятся посты почти каждый день. И игра будет официально реализована 30 ноября 2021 года. Поэтому пока стоимость всего $3 и капитализация, ну так грубо говоря, 59, да, что уже как бы не кисло при стоимости. Читайте, смотрите, примерно даже она и с июля месяца не менялась, плюс-минус, да, 3 бакса. Но вот здесь доходила там до 2. Максимум она была 5,5. Сейчас она где-то вот в среднем диапазоне и уже давным-давно, то есть больше месяца уже, да, то есть, ну, даже 2 месяца практически держится. И что будет, когда игра выйдет, а она стрельнет? Либо это какое-то обновление, а так как в нее все играют, она довольно-таки популярна, это пошаговая игруха, где NFT персонажи, ну, прямо они реально, судя по отзывам, как бы все влияет на их скилл. Также играете в игру, получаете вознаграждение, продаете ее на всяких обменниках. Кстати, об обменник. Валютку можно обменять на PancakeSwap, на BiSwap. У кого есть много свободного времени, в принципе, можно разобраться и зарегаться, и поиграть, да? Но так как у кого времени нету, а хотят заработать, то фишка вот в чем. Фишка в том, что эта монетка упоминалась на Binance. И когда ее разместят, а рано или поздно ее разместят, может, в ближайшее время, надеюсь, на такой крупной бирже, как Binance, цена уйдет в космос. Это мое мнение, но в принципе, смотрите, в наблюдениях 1 миллион. 1 миллион человек, список наблюдений. Также пока что держателей не очень много, 25 тысяч, но трансферов там почти что уже на миллион. Эта монетка на слуху, они знают, в игру играют, твиттер ведут. Что еще нужно, кроме листинга на Binance, считаю? Рано или поздно, в нашем случае, конечно, лучше рано, чем поздно, она придет и залистится на каких-то еще биржах, там, будь то Gate.io, надеюсь, там, и как более крупных, там, ну, MEX, в принципе, доступно, но первым делом, кто постит, они постят обычно на MEX. Мы будем ждать Binance, будем ждать этот шанс. В принципе, монетка, она вот в коридоре ползает от 6 до, там, $2, но уже нормальный коридор, то есть, грубо говоря, цена такая закрепилась в районе $3.5, и в ближайшее время, я надеюсь, к 30 числу она хорошо стартанет. Поэтому, ребятки, я думаю, что есть смысл ее закупить, кто не закупил. Ну, естественно, на свободные средства, не вкладывать там на котлетку. Это все-таки опять-таки игра, так же, как и на бирже, но потенциал роста у нее есть. Я считаю, что она где-то вот середнячок. В плане NFT, если она так держится, и рейтинг довольно-таки высокий. Кроме того, она прошла аудит от Certica, то есть все хорошо и очень много наблюдений. Я думаю, за ней следят, и как только цена попрет вверх, там будут память ее страшно. Но это лишь мои мысли, как бы я ими с вами делюсь, и сам я ее приобрел давно, тоже где-то летом, держу, пока не докупаюсь, упадет ниже, докуплюсь, соответственно, уйдет и выше 5,5, наверное, продам, потом снова куплю, либо просто я держу. У меня все монеты просто в долгосрок. Потому как я думаю, я не один такой, которому Сбербанк присылает 3% вклад, придите в Сбербанк, оформите там вклад, 3% годовых. Нет, это как бы все, это глупость, я считаю, сумасшедший. Ну, в принципе, и так же, как может быть, по кому-то показаться глупость вкладывать фантики криптовалютные, но я считаю, что возможность заработать на криптовалютных фантиках, это практика того же биткоина показывает, что это просто мега, это просто где-то что-то, это неописуемо, это та магия крипты. Кроме того, если учитывать, что рост рынка в целом криптовалюты пока что на 0.5% в день, а глобальная капитализация всего, ну, даже 3 триллионов нету, в отличие от той же там с нью-йоркской биржи, да, там где-то 20 с чем-то, по-моему. Взять еще, если китайскую, нью-йоркскую, и сколько будет триллионов, представляете, а много очень людей, оно по всему миру вкладывается в крипту, то рано или поздно до этой капитализации еще ой-ой-ой, и денег вольется очень много. Понятно, что это нестабильно, понятно, что это все работают спекулянты, понятно, что все держится на страхе, но так же, как любая цена, будь то вера в доллар, вера в золото, просто вера во что-либо, пока люди верят, пока люди покупают, пока на это все зарабатывается, это будет жить, процветать. Как-то так мои мысли. Поэтому, ребятки, подписываемся на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, помогу, чем смогу. Всем пока, увидимся, всем профита.